летят и вайпнут нахуй. Если ты бежишь и надо сейвить, похуй, сейви. Тут ДК второй перед контролит. Ты должен стоять в метрах 10 от рейда. И ты будешь успевать. Понял? Тем более, только они вы... сначала стоят. Они сначала, вот когда появляются с подстенкой, ты увидел, они появились, и видишь, слева уже летит. Сначала слева, потом ближе к стенке поворачивается. Она стоит, стоит подле стеночки, чуть-чуть АФК, ну, около 5 секунд приблизительно. И потом летит. Поэтому ты успеешь сначала ту, потом ту. Ах, и да. Так постоянно. Понял? Коносферку били. И сильно вперед не забегай, там, если что, страхует тебя танк ДК. Я, допустим, больше... Наша часть больше получается жопа и плечо, понял? Ну и бока. Сейчас немножко раскидаю, и там время на пол. Вот, смотрите, потому что сзади сейчас у нас очень четко влетело прямо именно сзади сфера уже. Так что тоже я посмотрите. Я далеко тоже отошел. Но если одна влетит, я думаю, ничего страшного. 7 минут до ребута, давай. Все, вливайтесь сразу. Локал тебе снижение бро. Берем. Давай. Не заходи на эту сторону, всегда на другую. Макс, вставай. Кирилл, вставай. Маги так отваливаются. Есть еще один бар. Поменяйте цвет на черный. Видите, белый. Войд, дай гимнахи. Танк у нас... Меня убило. Когда собьет. Сломает щит. Ага, ебать. Я умер. Я зацепил еще одно, я случайно. Ну я хуй знает. Может больше людей на сферы поставить. Сколько сейчас людей? Меняли цвет или нет? Да, меняли. Да. Они не должны были менять, они должны были оставаться с таким же самым цветом. А, они не меняли все равно. Сколько людей сейчас на сферах на цвете стоят? Сейчас два человека. Ну два мало, нахуй надо. Три, блять, хотя бы. Ну давайте кого-то на заднюю часть поставить и все. Давайте только уже после ребута, там 5 минут или 4. Слева, справа, и танки как бы от центра защищают, там два танка, блядь. И три тела слева, справа, блядь, и сзади рейда. У нас только одна проблема, у нас будет минус один танк. Да, ну сейчас поищем танка. Еще Валеру попну под жопу. У нас у взрослого, по-моему, если не ошибаюсь, танкоспект был. По-моему, у него. Че? Не, у него ретрик и хапал. У него ретрик и хапал. А, написано, значит, сейчас Димбала перепутал. Да все, ок, все нормально. Бывает. Так, ну есть время курануть, да, пока реку. Да. Ну хули ну, пусть вообще. Хорошо ХПС отдает там. Наваль. Ебать, 20 тысяч на ХПС ебанул. Ну это ты с абсорбом. Ну, естественно, я кроме щитов ничего не кидаю. Ну, ДЦшник-то по-любому обязателен. Конечно. Вон, зовите Анхоли, сволочь. Ну, ну и вдруг ебать. Я уже не уже написал. Попробуй авойденса поискать, может это заодно получится. Да нет, хантов все равно нет. Так, и там лог просит, чтобы ты его перекинул. Да, суфлер. Угу. Надо же свою работу выполнять. А работы. Сука ты такая.
О, сейчас Валера зайдет. На танке? Да. А что, у него прото-паладин или авойд-паладин? Прото-бездарный паладин. Заебали, вот почему ребуты именно, блядь, всегда нахуй во время наших рейдов, ебаная говно. Да не только у нас так. У них просто логика такая, а, блядь, там в час дня играет меньше людей, можно делать ребуты в час. Заебись, опять 80 метров качает. Да. Все мы любим. Бля, если бы не этот босс, уже бы давно разошлись, но тут, блядь, тринька сладкая. Ну да. И пояс хороший. Что-то нихуя он мне нормально не заходит. Ну и попробуй лаунч, у меня вот качает. Не, дело не в том, что качает. Бля, можно стереть, да, Настя еще не прочитала, нахуй, стираем сообщение, ебать. Если что, ты сам решил нам помочь. Хуяще. Так Альта тебе, что ли, кинула, блядь? Да. Блядь, ты еще и ты меня будешь дублировать? Нет. Просто у меня высветилось, что он заслужил достижение, значит, он в сети может добавлять. Конечно, там, наверное, такая табличка, зашел друг. Не, в гильдейском. Тебя только заслужило достижение.
У нас минус шаман один, Жень, Элим. Бля, ну пиздец, что я могу сказать. Подожди, слышишь? Mm. А у нас Брас на холипаде же есть. А у Степаниды же вроде танк есть. Чё, у него и ретрик, правда, танк. А что, Брас за ханта не может зайти? Ну, нам все равно нужен танк еще один по-любому, чтобы ловить. Ну, Валера танк. Ну, а что, потом вам будет соло Валик держать? Валера танк, блядь. Ну, ты хочешь, чтобы только два танка держала сферы? Ну, если два танка, Ликан, ДК, еще одного поставим. Ну вот, я тебе и предлагаю Степаниду в танка и взять холипалом бразильца. Не, знаешь, что думаю сделать? Валик оставить два человека, которые ловят, но Валик ставить не прям в одну, ебать, в один фрейм, а немножечко развести и как бы развернуться. То есть один вот так станет танк, а другой вот так станет. И небольшую зону покроет собой. Как тебе идея? Ну, сзади все равно ловить не смогут. Ну, сзади у нас два человека ловят. Ну, как-то хрен его знает. Самую спину хуёво бежать. Если ты прибежишь сюда, к примеру, слева я на ДК прибегаю, спину закрыл и возвращаюсь назад, я могу не успеть. Вот и именно, поэтому лучше в спине поставить еще одного человека, чтобы была стопроцентная вероятность того, что не заберут все сферы. Она будет хуйня. Так, а что ты предлагаешь, кого добрать? Я предлагаю взять бразильца и холипалом, а Степаниду в танк спекнуть. Чтобы он сферы ловил сзади нас. Ну хорошо. Где бразилец? Сейчас напишу ему. Нахуй я заходил-то? Так ты тоже. Ты можешь... остаешься, ты тоже. Да, шаман только что ливнул просто, я отклонил, что он ливнет. Да он и фаски не пил. Ну главное, чтобы сейчас типа не допрыгнул. Танка ушел. Ну или Анхоли танком взять. Анхоли, сука, и подамажить может. Ну, вот он написал, сейчас зайду, я у него спросила, пойдет. Ну ладно, если он сейчас подамажит, тогда... Да нет, какой дамагер, пусть танком будет. Сзади сферы ловит. Сейчас он зайдет, спросите у него все. Ну ладно, ладно, согласен. Ты прав. Мне самое главное было спросить у него, и все. Я просто не знаю, блядь, успеваем мы сбивать этот щит или нет, сосвичится. Анхоли, ты что, пойдешь? А вот и сволочь по имени Анхоли. Ты вот не пришел, мы зверей убили наконец-то. Я поэтому не пришел, я знал, что это... Ну, в смысле, я и говорю, что спасибо. Да, пожалуйста. Заходи, сферки будешь ловить в танки. Завтра тоже не придет. Я еле слышно, ты какого очка очень далекого говоришь. Да я с того же, с которого всегда. Что за елка, блядь, на экране? Что это такое? А, бывает. Блять, ужасно, какая вообще фуна. А у нас праздник какой-то, вроде Новый год, или как так называется. Топ, Макрос, Кумар и Рога, заходите, пожалуйста. Здесь даже заходите, пожалуйста. Меня качает, еще 10 метров. Очень что-то, почему-то скорость слабая. А ты лаунчер выключи полностью, снова... А я уже 52 раза. Пусть уже докачивает. У них это не всегда работает, так что лучше уж докачивать. Да, то можно сначала начать качать. И меня где-то наебал. Да, бля, я откуда знал, что ливнет народ, да, они, блядь, заставят качать еще что-то. Я просто с игры не выходил, поэтому мне нихуя качать не надо. А она могла у кого-нибудь вылететь, когда он нажал на X2. А что-то качать надо? Ты заебал. Хрен хули. Нет, я к тому, что я сколько не заходил. Ну, тебе не пишет сообщение никакое, значит, все ок. Релогнусь. Вот сейчас релогнится, человек еще будет качать. Да? Запускай. Не буду ничего качать. 10 секунд, я релогнусь, и все. Так, ты если игру выключишь, у тебя пойдет обновление. Я так уже если обновился. Я просто релогнулся, у меня иконки не отображаются. Что падало из ценного? Из ценного на меня запы. Топор был ручный, там надо забрал, он с РП был, но там забрал. Сейчас еще выбор пойдет. Ты вовремя. Да не, у нас не падает гильдия, у нас не принято. Да не, упадет. Утешения не было. У нас, по-моему, два выбора за все время, мы с первого самого КД закрываем. А щит был с чудовищем? Нет. Нет, конечно.
Там были запахи. Самура X, что там, кого заходишь? Джараксуса должны были ботинки по-любому упасть. О, кстати, на танка что-то две шмотки падало. Пояс, да, пояс и грудь мы с... Ебать, ДКшников. Поменялись, да. Короче. Пояс вообще бомбезный. Есть такое наитие, что Робби не зайдет, потому что у нас 24 человека. Похуй, безу. Ну, блядь, нужен, сука. Да. Бразилец есть, возьми бразильца. Бразильца, бери Хантом, он пойдет. Так он же холипалом идет. Он сейчас идет, идет уже, анхоли есть. А-а-а. Напишите Бразу. Зачем писать, можно просто пати кинуть. Сука, тоже вариант. Давайте засумоним. Холли, ты в танке, тебя на сферы будет ловить. Тут такая хуйня, что одна сфера влетает и ваншотит полурейдер. А кто мне сказал, надо ДД? А? Сначала нужен был ДД, а теперь нужен танк. Для ловли сферы. Необычно, да, такое, когда это случилось? Ну, увы, вот такие вот расклады, Холли. А, подожди, а у нас же бразилец есть на ханте, зачем туда он ходит, танка? Бразилец ты половишь? А он зашел вообще? Ему будет открывать мало, пиздец как. Нет, тут, да, бразилец в дискорде. Ну так и чё? А я чё ему будет отрывать ебало, парни? Когда черный черную ловит, почти никуда же не получаешь урона. Ну а если черный и белый? У нас он ловит. Пятнарик. Пятнарик. Пятнарик, давай анкульта в ДДшнике, а Браз половит. Давайте сейчас вызову босса, поставлю зону, где его ловить. И засумой. А нахуя тебя сумой? Ты что, оттуда не можешь танковать, блядь? Могу. Я все могу. Бабл камень, как говорится. Сокру давай. Из Долорана чисто сокру дал такой. Ты еще этот, рыбу поставь. Угу. О, нихуя, у меня со вчера даже еда на пяти сохранилась. Подаван какую взял? Белую ты черную? Хорошо. Фу, черный. Кто на еду сел? Встань. А, тут фрейм уебанский. Ну да. Бугага. Маку, иди с рыбы. Так, ставлю для рейда метки. И ставлю опять. Смотрите. Ликан, тебе нужно бегать в черепе между сферами всегда. Ну, поближе к боссу, как показывали. ДКшник, значит, бегает вот здесь, вот слева. А Хант бегает вот здесь, где трусы. То есть, ну, даже подальше. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, не-не-не, нормально, нормально. Как раз вот здесь, вот где он стоит, пусть между, бегает. Короче, крестом и черепом ты бегаешь. То есть, всю нашу жопу прикрываешь. А можно, можно... Не выебываться, не пиздеть. Секнул сам Холи в ДД. Ого, спасибо. Составайте в метку. А прото ли хп пить? Бля, давайте. Не зевайте вы. Кончились фласки, пейте сапроты. Пизду. Сапрота ли хп? А если... Сапрот, сука, блядь. А если ничего не пил? Сапрот... Пей сапрот. Хорошо. За любовь лучше пей. Так, что там? Нет еды, коны. Просто. Подаван, не выпил настой. У меня 5 минут висит. Я сейчас нахуй закидаю. Но оно кончится. Выпей сапрот. Да, он 2 часа будет висеть. Давайте завязывайте уже с этой херней. Выпей просто и давай РЧ уже. Все, даю. Два. Второй я, пираторка. Все, даю время на пол. Сейчас чуть-чуть раскидаю щиты. У нас 3 человека, да, ловят сферы? Да. Поехали. Сразу дамажим, немножко времени надо. На пул не забываем скидывать. Ждем, ждем. Все, поехали. Хорошо прям сферу ловить, ничего не пропускать. Да ладно, чуть-чуть и правее еще встань. Между нами тоже было раньше.
должны взрослого поднимать. Я вообще только на щитах прошу, мне не рассчитывайте. Поменяли. А что я пижу? Нет, 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 бьем. Даже пижу. Заебись, а я поменял. Я долбоеба, не смотрел. Собьешь танк? Да, 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 да. Ревностный прокнул. Поднимайте, поднимайте. Пеликан, дай сальву. Гимн на ману дай. Готовим спецспособность. Поменяли цвет. Все дамажим белую. Лера, собьешь? Хорошо? Да. Хорошо. На белый череп или нет? Лера? Угу. Перебегай, отметьте все способности. Присты сдайте гимны. И осторожненько потом тоже перебегайте, ничего не поймайте, никакие сферы. Сейчас ловят белые, мы впитываем черные. Ликан, 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 уйди налево. Есть иннер. Можешь иннер дать Рокамакафон, пожалуйста. Ликан, поменяй на белый. Что раз, ну? Рокамакафон. Парни, помолчите 2 секунды. Паладин, возьми белую, стой в середине. Да, я прожимаюсь. Пройдите к нему. Маг не поменял. Нахуя вы стояли? Берни? БР, да. Да, ща БР. Фил, меня. Фил. Да, БР. Я в твоей группе. Ладно. Все, и второй еще код скинь, да. Потому что я бы не добежал бы туда. Раскумар, это... мага БР, что? Ну, зачем ты пиздишь насчет этого? Я отдал в тебя же. Ладно, забыли. Поменяли на светлую, поменяли на светлую. Все поменяли на светлую. Намажем темную. Катя, ну что за дела? Хилим в 4 хила. Дайте Геру. Перебегаем потихонечку. Тоже прожмите, Валера, прожми стяжку. Осторожно. Да, 30 секунд. Танки сдавайтесь. Все. Сейчас по КД отдавайте танки прожимки. Угу. Помажем темную все. Поменяли цвет на темный, намажем в белый. Быстрее, быстрее, пока Гера работает, урона много. Любой собьет вообще, ДКшник любой, скажу Гера. Ну. Убивать хорош, вообще успели еле. Давайте в белом. Кого-то кто-то упал. Перебегаем, прожимайтесь, танки. Присты, у кого остались гимны, сдайте. Перебегаем. Что, сталь? Стали в метке, дамажим белый сейчас. Массакру сдаю. Добивайте. Славчики, кто сферу ловит. Хорошо. Поменяли, ну, прям поменяли цвет на белый, намажем темный. Должны успеть. Готовься сбивать любой человек. Ну-ну-ну! Блять. Не успевали сбить, успевали, не нажали просто. Я нажал, а, у меня КД. Лучше, блядь, 70. Сейчас еще разок попробуем. Вперед. Был шанс, блядь, убить их, конечно, не меняя цвет, но хуй знает. Там герой скоро. Берса, точнее. Сейчас падать надо. Да, 50 секунд. Да, давайте умирать. Заходите в сферу. Блять, заебали они с этими щитами ебаными. Я понимаю, что меньше хилить из-за этого, но, блять, бегать вот постоянно за лупа. Сколько, 4 раза перебежали, это прям очень не везет. А так сферы хорошо ловят люди.
так же по давану стоим, чтобы разные сферы. Ну, да, 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 я понял, я понял. Еще, пожалуйста, БР и Инер, уточняйте группу. Да я с тобой. Я тебе не могу сказать. Я тебе солдала. Он говорит ник и какого друиду сдавать БР и кому. Так что. Короче, меня слышно? Я нашел инт. Если услышите голос декап и слово прохиливайте, это значит, что я стою под стенкой, и я не успею добежать, поменять цвет, когда будет волна вот эта, блядь. Угу. Ну да, тебе на противоположную сторону, блядь. Если Пал может успеть добежать, то я не успею потом вернуться обратно. И вас. Зеленка, незыблемость. Да и все. Бьет, я нажимал, парни, я только что нажимал, зеленка, незыблемость, и летела одна сфера, и мне ее надо ловить было. Ну там две летела черных, одна белая, и все, я словил белую и закрыл. Просто не везло, что постоянно нужно было менять цели на конто этот, на договор. Ну то все три раза, по-моему, было. Ну я метки повесил на тех, кто ловит, если что. Не забывай. Так что у вас будет видно. Локал ты кидаешь, да, эту хуйню? Да, я перед самим этим кидаю. Охуенно вообще, пушка. Берем белую. Все, ок, типа, хороший трай. Сейчас убьем. Пусть проклятие напомни локом. Да, я только что же напомню. А, да, извини, я прослушал. Красноязычие или что? Да, на ту, которую не бьете. Я потом кидаю на обе сразу. А все, ты уже сразу кинуть. И все. Ту, которую бьете, не надо. Ну, не обязательно. Все, у всех все есть. Кто там не готов? Все готовы. Соланс. Все, даю отсчет и поехали. Топ-маг, встань сюда быстрее. Не дамажим пока ждем. Все, поехали домашний. Скоро спецспособность. Поменяли цвет. На темный поменяли, дамажил белый. Встал мне метку. Себе ж, Валера? Да, если мы пробьем щит. Пробьем, конечно. Перебегаем. Стай ДКшник прожим. Да. Я не сдавал. Я понял, хорошо. Как надо. Все дамажи сейчас белые. Гимна нам. Да ты заебал. Поменяли цвет на белый, дамажим темный. Блять, все. БРов нет, хилите без меня. Нет, есть БР, Жень. Код скинешь мне? Вторая группа, прист. Значит, без меня хилить. Перебегайте, Валера, прожмешь, массак. Да. Перебегайте. Кто ловит метки, у вас сейчас должна быть темная. Угу, отлично. Все дамажат темную. Ебать, взлетела, не успел подбежать. Скоро спецспособность. Готовимся. Ничего не меняем. Метки прохиливаем сейчас. ДК и ханта особенно. У него нет прожимок. Взрослый. Забыл метку поменять. Ревностный на танке сработал. Ничего страшного. Все. Эликан, дай сакру. Дайте БЛ. Геру, если есть.
Спецспособность 7 секунд. Готовим, сейчас будет спецспособность. Поменяли на темную все. И бьют светло. На темную еще раз. Прот, ты не забывай, когда все меняются под. Перебегайте, танк, прожмись, ДКС, у тебя есть, перебегайте. Все бьют сейчас светло. Давайте, чуть осталось. Сы маны не хватает, горите, предстыска стоит. Сейчас будет спецспособность через 8 секунд. Раскумар по войду. Готовимся, сейчас спецспособность. Пятая пача. Альберт, повод какая-то. Взяли все светлую, взяли все светлую. Дамажим в темную. Все, никуда не бегаем, здесь добиваем. Дамажим в темную. Ломаю массакру. Давай, скидывайте все прожимочки на защиту, все, что есть, давайте. Все, ресните меня. Че, хуй? Неужели? Поменяю лук, Жень. Пояс. Поменяю. О, запах. Блядь, два выбора. Так, что, отказывал? Я же сказал, мое тело выпадет. Да вы можете хоть что тыкать, все равно не сможете распределить. Тесты. Ну какие красивые пояс. Какие красивые. Ромин, я русский? Да. Ай, Валяш. Я тоже с русским, не надо, Валяш. Это не Валера был. Валера. Валера русский. Это похуй, понял, Валера? Твои проблемы. Пояс, Кать, ну походу только твой. Да. А можно трансмок возьму пояс? Отстань! Да, да можно, фарон. Мне даже ролл хороший. Подожди, может, я фотку возьму. Какого кузнечка ролля? Бать, роллы. Ну, анхоли. А, нет. Валера, давай быстрее Avoid War, одевай, чтобы мы анубы могли закрыть. Ну уж, извини. Нет, никогда не от меня зависит. Убили зверей один раз, все нахуй, ануба убиваю. Сферу роль. Я так стараюсь, не ебических это темпами. У тебя время побольше, сводили. Да, было бы у меня времени побольше, я бы уже бодил его. Я не мытный Ри, блядь, который его 3 месяца собирает. Киря, по-братски. Выводи нас. Наручи, танки, роль. Ну, я понял. Домой. Туда его. Ну эти типки это ж на ДД рулят, да? Бля, дефа, давай, не вижу, да. Ищи меня, я в первой пачке. Ищи меня. Ну шо, поехали, грудак, ролим. Вот это самое необходимое мне вещь. Вот это самый сок. Тот, кому мы сделали сегодня грудь. Пора проверить. Local, зачем пытался? Я дамажил, непонятно. Бля, маг, ну в чем проблема? Я ж говорил, пей БКшную фласку. В чем проблема? Я не понимаю. А, опа. Косяк. Реван Дарт получается. А, локал и Реван Дарт перероливают. У них обоих 75. Ты под флаской, но в правилах я писал БК фласки. Да, все верно. А и что, спасибо за рейд? Датчик. Написали же в самом начале. Кинь еще раз БК. Ландарт, киньте. Мак, все, всем спасибо. БК фласки. Что-то. Да ну ты, бро! ТГЦ! Не вижу. Мак, подари тело, тебе же все равно не надо. Просто. А, неудачник. Нет, не на ёк, Мак. Кирюха, ну я тебя поздравляю, братан, но оно мне нахуй не надо. Печально оно. Без ГП, без ГП. Ты про тело говоришь? Мак, стой. На форуме, пожалуйста, меня. Я всем написал, я всех требую. Тогда, если оно тебе не надо, дай мне, пожалуйста. Давай, кидай в меня. Тоже это Кирюхи. Ты не слышишь, что я говорю, что тебе МК-фласка нужна? Ты просто игнорируешь? План, но он мне нужен.
Спасибо. Ну да, бутафласка и хорошо, что он у тебя выключен, иначе я думал, сейчас выезжал, пиздец. Ты не слышишь, да, что бутафласки нужны были? Смотри, тут маг в начале рейда.